Девушки, всем я Квас, и я рад приветствовать вас на своем канале Тектоника на экранах. Продолжаем здесь играться. Значит, нам надо забубенить 10 процессоров, чтобы с помощью них открыть дверь и могли просканировать взрывчатку, чтобы сделать взрывчатку, чтобы пойти дальше. В общем, все как обычно. Значит, для того, чтобы сделать нам процессоры, нам нужно какое-то количество ядер. Вот. Я бы еще хотел бы добавить такую штуку, как биокирпичи, чтобы с помощью них создавать топляк. Вот. И плюс мне нужно понять, как нам делать вот эту вот флуороматерию. Судя по всему, она у нас будет делаться из вот этого чуть такое стебель, да? Короче, вот из-за этой мякоти. То есть у нас в любом случае вот эта хрень остается. После вот этого обмолота идет вот сюда, чтобы создавать вот эту вот хрень. Из этой хрени у нас вместе с вот этой хренью, то есть нам нужно будет ее добывать, делается будет биокирпич. Вот. Биокирпич вроде как более теплотворный или более емкий, я не теплоемкий, вот, чтобы мы могли, собственно, создавать это все дело, в общем, чтобы это лучше работало и меньше требовало на это дело ресурсов, как бы. Вот, плюс, ну, получается, нам нужно 8-7, то есть это уже 15, плюс нам нужно 15 здесь, всего 30 ядер нам нужно. Так, для ядер нам нужны механические компоненты. Вот. И да, я хотел немного переделать вот эту схему, потому что мне не нравится, как они подбирают ресурсы. Вот, к сожалению. Вот, я думаю, что мы вот эту штуку тут уберем. Вот. А вот это мы копируем. То есть они у нас будут стоять здесь. Вот. Угу. И вот это мы, соответственно, сюда пердолем. Не знаю, насколько это будет необходимо, но ну и, соответственно, нам нужно вот от этого избавиться. Так, это интересно. Здесь довольно много, я смотрю, ресурсов валяется внутри. Я думаю, мы сейчас сделаем по-другому. Мы вот эту штуку сюда пихаем.
забираем. Вот это. Пихаем. Так, и, наверное, ем. Ты у нас будешь вот эту хрень выкидывать. Всё. Пусть они вдвоем фигачат. А здесь мы, соответственно, поставим, чтобы они вдвоем выкидывали вот эту штуку. Все. Я думаю, так будет пободрее. Ну, по ощущениям, это так. Сюда бы, конечно, красные поставить, чтобы они побыстрее и высовывали, и засовывали, но что поделать. Давай накинем пока. Что у нас по топливу? У нас пока есть некоторая просадка по топливу, потому что мы не... В общем, поставили здесь паузу, и оно не работало. Так, ладно, пусть остается. Собственно, вот теперь как надо. Потому что это было очень странно, когда с одной стороны дохрена это ерунды лежит, а здесь ее нету. А, так, хорошо. Значит, у нас пока 15 этих. Нам нужно их больше. Нам их нужно 30. А, так, я так понимаю, нам нужна медь теперь. Давай еще. Так, окей. Он что-то не бегает. Каждый раз это забываю, прожимаю shift, думаю, беги, сука, беги, а он не бегает тут. Это небезопасные зоны. We're in. Так. Scan those mining charges. And that computer has something up with it too. Давай. Так, манипулятор. Технология скорости изготовления. Замечательно. Something keeps pinging this terminal with the most irritating supply requisition I've ever seen. Excalibur. Excalibur. Yay. But why would they requisition? Hold on. It's not a requisition at all. Someone is using the supply management system to send a distress call? Automated distress call received. Ooh. Waypoint added to system display. An automated distress call? I've only ever seen one of these in training. It shouldn't even happen. These beacons only light up when someone becomes unable to trigger a distress call themselves. Or worse. We need to find the source of that signal. Обязательно. Somebody needs our help. Не переживай, найдем. Все будет хорошо. Тебе же одиноко в виде куба. Будет второй куб, зелененький. Вроде, кроме этих двух персонажей, в виде кубов никого не добавили, поэтому как-то так. Сейчас мы обязательно туда сходим. Я хотел посмотреть, как делается взрывчатка. Или мы ее только изучили, точнее, ну да, мы ее изучили, теперь ее надо разблокировать, я так понимаю. Ух. Так, базовые бруски из порошка. А, так, нам нужна не энергия, наверное. Компоновщик ядра пока не надо. Вот, вот это нам надо. Ага, еще 15 сюда. Я понял. Будет добываться у нас известняк. Для добычи известняка нам потребуется как раз таки еще пара буров. А, пара буров у нас есть. Ну, все и замечательно. Ох, мамочки. Интересно, у него расположение. Какой-то определенной точки я не вижу. Хотя, возможно, это и не он, потому что так у нас еще и этот известняк этого отображается. Таким же цветом, по-моему. Ну, сейчас узнаем.
Так, да. Чутка низковато иду, но сейчас я чисто под ним пройду. Давай еще пару квадратов. И надо будет холодоген себе оформить, потому что с ним копать намного комфортнее. Да, это этот, блин, известняк. Хотя, сейчас мы чуть дальше пройдем. Protection zones out here with these ruined facilities, Breaker. You can scan everything, you can take everything. Local signal deciphered. Ingress PX0001. Report to production terminal Victor for triangulation. Угу. Обязательно. Тинк. Можно столько известняка мне не класть в карман? Так. Воу, 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 воу. Тихо. Охренеть просто лока. И да, это все сканируется. То есть это все в ресурсах будет. В диких количествах. Мне это еще куда-то надо, блин, складывать. Стеновой свет. Свет. Нужен фонарик помощнее. И это прям что-то какая-то дичь. Так, ну там вроде ничего нету. Так, это у нас этот. Как он называется-то, блин? Очень дорогой материал, который невозможно... Можно взрывать только. Так, ага, вот мы на рельс еще. Еще. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Это, короче, они, я так понял, решили не переделывать карту, чтобы добавлять вот эти вот фиговины, а таким вот образом, чтобы мы могли отсканировать вот это дело, и появились вот эти штуки у нас в возможном крафте. This was one of the major mining outposts in the sector. Not much left of it, but you can see how we didn't leave an inch of these veins untapped. If Calyx had it, we were taking it. О, там вот так всякие охладители. Заебись. То, что мне надо. Там просто крафтить его. Лень. Что такое? А это буровые установки. А. Забавно. Буровых установок у меня. Еще один комплекс. Я надеюсь, я не оттуда же пришел. То будет обидно. Да нет, вроде не тот же. Да, ох, ёбано в рот. Ой, мамочки. This was one of our forge centers. It was easier to centralize smelting in one place, especially since a lot of our ingots would get packed and sent to sectors above us for more advanced refinement. Fun fact,
If you were somehow able to take your suit off in here when this place was going full blast, your body would have basically been like a marshmallow over a campfire. Hold on. This thing looks completely out of place. Was it hidden inside the structure? Attention. This is an emergency recording. Speaker identities have been obscured pending executive order of the Assembled Nations Council. Placement Sector Victor is not like what we are now calling Sector Zulu does not and could not have been discovered until our survey of Victor was complete. But it has no resources. Apart from some unusual ruins, the first evidence of in Sector Alpha, there is nothing of to the expedition. Accordingly, you will undertake into the absence of anything while it in our logs as an unremarkable mineral survey. What should I file if I do file nothing? I will find you. Is this some kind of surveillance recording about a secret solo mission below the sector? Couldn't have been from my team. I'd never let someone do that alone. Keep an eye out for more of these. Окей. Единственное, знаешь, что я сделаю, наверное, прежде чем продолжу искать такие приборы дальше, это я достану вот этого зеленого чувака, потому что он военный. И к нему вопросов больше будет. Блин, ну ресурсов тут будет, конечно, до хрена, пока я это буду все разбирать. Пошли пока отсюда нафиг. Правда, скорее всего, он нам ничего не расскажет. Потому что эти ваши военные, они... У них свои миссии. Всегда. Не, вот это, конечно, прикол, то, что добавили. Во-первых, две огромные локи с ресами. И то, я думаю, что это не просто две локи. Там еще где-то что-то такое есть. То есть это нужно тупо ходить и изучать. Вот. А во-вторых... Вот это вот вторая сюжетная ветка. То есть первая сюжетная ветка, мы пытаемся спастись и понять, что вообще происходит. И вторая, вот видишь, такая доп. Мысль о том, что тут еще проводились дополнительные секретные задания. О, смотри, забилась эта хрень. По этой, по меди так точно. Да и по железу, кстати, тоже забилась. Да, все, заебись. Сейчас мы еще этот... В целом, тогда можно, наверное, брикеты пока не сильно трогать. Вот. Я бы тогда не брикеты поюзал, а... Пу-пу-пу-пу-пу. Вот ручные генераторы и тогда гидротурбину. Вот. Вот это дело. Давай тогда вот эту штуку. И мне нужно 27 этих... Вот этих. Возможно, пора добавить сборщиков в свою систему, потому что ядра просто так делать уже, честно говоря, впадло. Потому что, да, тут, получается, нужны механические компоненты. Они делаются из медных слитков и железа. И проволока, которая делается из медного слитка. То есть нам нужно, получается, 3 сборщика. Опять до хрена это ерундение. Чуть такой стальной слиток, спасибо. Бля, не то ты делаешь. Раз, два, три. Все. Значит, сейчас, правда, с электричеством проблемы будут. Но это временно. Так, давай подумаем, где мы будем что строить. Потому что я чуть как-то вот эту ерунду так настроил. Что
Мест как будто бы-то и нету. Ну хотя, на самом-то деле-то есть. Сейчас все будет. Сколько? 25 буров? Обалдеть. Так, давай тогда сделаем следующее. Ты нам будешь собирать вот эту хрень, да? То есть сюда нужно медь и железо. Так, да, медь и железо мы сейчас тебе железо дадим. Так. Допустим, ты нам будешь делать проволоку, а... Прям в притирочку, нет? Вот прям нет? Ну ладно. Так, хорошо. Ты нам будешь делать... Да, видишь, он взял и скопировал то, что нам не надо. Так. 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 Подожди. Да куда ты поставил, дебил? Во. Стоп. Нам надо парочку таких еще сделать. Все, он будет нам тут фигачить проволоку. Здесь мы, соответственно, но... Делаем следующее. Вот так. Вот так у нас идет проволока. Далее. Стоп. Давай мы его все-таки скопируем, наверное. Эх, блин. Придется через конвейеры, к сожалению. Ладно. Конвейер. Так, конвейер. Так. Оп. 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 Можно было, конечно, дерево сюда перетащить, но не хочу, честно говоря. Пускай он просто их, эти ядра копит, потому что нам в любом случае потом потребуется производство синих ядер, а они делаются на основе фиолетовых. Давай сюда красный бахнем. Не знаю, с какой скоростью он будет работать. Ну но... вот. И давай, знаешь, что сделаем? Делаем ограничение. Две ячейки, чтобы он прям все ресурсы в это не вкладывал. Все, теперь мы ставим вот эту штуку. И пусть потихоньку, полегоньку нам это все перерабатывает. Так, что у нас? У нас в карманах есть ядра. Появилось 16 штук. В целом мы можем тогда и плавать. Блин, столько всего надо вообще. То есть в целом, конечно, создание какой-нибудь производственной схемы по тем же ядрам решит вопрос о том, что нам надо. Так, значит.
Значит, нам нужно 30 вот этих, чтобы мы могли к этим ручным генераторам ставить вот эту вот штуку. Что-то нам не хватает уже. А из чего у нас эти генераторы делаются? Генераторы делаются просто. У нас, наверное, сложность будет с этими. Сложность у нас, скорее всего, будет с вот этими фиговинами. Я не помню, с чего они делаются. О! Короче, надо было выбрать удерживать и кратко нажать на И. Ну, Е. И тогда он подбирает, да? Он же подобрал? Да, он же подобрал. И нужен еще один ящик на известняк. Я думаю, что мы сейчас с энергией разберемся. И нужно будет все-таки вопрос поднимать на утилизацию известняка, потому что его что-то пиздец много. Так не должно быть. Вот. Это как... Блин, а с чем это можно сравнить? А, как Астроколони. Там же тоже дохрена у нас земли. Первое время, и ты не знаешь, что с этим делать. А потом она уходит... производство этого кварца, который в свою очередь уходит в производство стекла, и резко земли перестает хватать. То есть ты ее сбривать должен постоянно в больших объемах. И для этого у тебя есть только либо бур какой-нибудь, либо собственные ручки. Что, в общем-то, не очень. Так, 25. Вот у нас еще 6 ядер в кармане. Вот как раз можно пойти открыть себе эту штуку. По-моему, для вот этого водяного генератора нужны охлаждающие устройства. Мы, благо, их наковыряли, конечно, с монорельса. И в целом можно еще и сходить дальше поковырять. Есть где взять. Все, турбина у нас есть. Из чего она делается? Делается она легко. Сейчас мы ее и поставим. Две штуки. Это у нас еще 1200, да, будет? Нет, это у нас будет еще 600. Ну, по идее, норм. Да, по идее, норм. Так, что у нас по... Нам теперь нужно 50 ядер на взрывчатку. Просто хочу понять, где это. Если это какое-то новое место, неизведанное доселе, я, наверное, тогда дождусь все-таки зеленый кубик. Хочу все его комментарии послушать. Keep an eye on your echo sketch map breaker. Some walls are more interesting to cut through than others. Бля, я знаю, как картой пользоваться, но ты серьезно сейчас? Меня другое волнует. Куда меня, блин, отправляют? Not sure if you noticed this, but you can rotate and zoom the echo sketch map too. Give it a little spin. Give it a little zerg. Камера, вот видишь, она вот эта вот, она чуть повыше, чем мы. То есть, по идее, мы можем туда попытаться проковыряться. А нас, видимо, отправляют вот сюда. И здесь мы... Ну, я точно не был. Да, скорее всего, мы даже туда и не пытались пройти, потому что тут, вот видишь, ущелье. Но мы можем в целом попробовать мост построить себе. Чуть-чуть пошире его, чтобы
не шваркнуться. С учетом того, что у нас дальше еще одна расщелина. Да, и надо браться выше, видишь, вот он, проход. А, вон он, я понял. Так, знаю, как тут работает джетпак, надо себе делать ступеньки. Еще выше. Так, хорошо. Можно здесь, по-моему, пробиться, да? Так, и видишь, тут вверх куда-то нужно, да? И тут, да, у нас, нас отправляет в какую-то, Проблема заключается в том, что обратно у нас быстро не получится вернуться. Нам либо по тому же маршруту идти, либо прыгать в этот, в яму. Ага. Так. Ага. Это у нас... как долго сканируется? Тыньк. Компоновщик ядер. И это хорошо. Не придется самим устроить. Японский городовой. Ладно, я не гордый, я поднимусь. Вот он, X-Ray. Production terminal detected. Designation, X-ray. Configuration, construction. I remember X-ray. This production terminal isn't like Victor or Lima. This one was modded for a substance we developed here instead of back home. Блин, надо было, конечно, сюда идти с этим товарищем. Ладно. Most of our core facilities were built out of things we brought from Earth. But when we started to actually develop factories down here, we realized we needed more. A lot more. Calcite was like magic. It resists the elements, it conducts electricity, and something in the limestone here makes it a snap to build. With the exception of being incompatible with our protection zones, it was the best structural material a groundbreaker could ask for. I'm incompatible with protection zones too. Mm-hmm. Так, это у нас мы нарели свой пункт. Это замечательно. Эть. 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 Так, ну, я так понимаю, что так как он находится в жопе, мы его... X-ray. They'll probably give you some good information on what to do here and how to do it.
В целом несложно. Тут иметь и железо есть. В целом-то можно тут все и это. Но мы придем сюда позже. Надеюсь, у меня к тому моменту появится монорельс. И я буду сюда просто прикатывать на монорельсе. А вот это что такое? Блин. Жопа. Ладно, нет. Я приду позже. Я тут тогда вообще никогда не закончу. Сейчас быстренько взрывчатку. Забираем зеленый куб. И мы на свободе. Можем делать все, что угодно. Я вот, блин, переживаю, что я все-таки... походил тут, погулял, и сработали скрипты на общение с кубиком. И рядом не было зеленого. Ну, я надеюсь, это не сильно сказалось на возможностях этого кубика зеленого. 56. Нормально. Хватит на сдачу еще. Так, у нас удлиненное же еще есть. Есть, я тогда еще один удлиненный там воткну, чтобы быстрее грузил. По идее, для X-Ray будет самое то пользоваться вот как раз таки этим монорельсом, чтобы было проще тараканить все. Вот он, кстати, монорельс-то. Тут близко. Единственное, он жрет до хрена энергии. То есть его, чтобы ставить, нужно прям заморочиться с электроэнергией. Плюс еще откуда-то синий ядрен дойти, потому что у меня их всего штук 20, наверное. Все, 53 ядра у нас есть. Изучаем эту хрень. Что бы я бы еще изучил? Ну, не знаю. Пока не хочу заморачиваться с синими ядрами. Наверное, все-таки какую-то вот такую штуку. Или вот скорость бура, кстати, как вариант. Так, ладно. Как у нас делается взрывчатка? Взрывчатка у нас делается из волокна экстракта холодовника и экстракта пламя куста. Господи. У нас есть, по-моему, добыватель всего. Нам, получается, нужно сделать, наверное, одну вот эту штуку, чтобы он нам делал эти грёбаные пламя кусты. Так, ядра пусть дальше продолжают фигачить. Так, да. И по идее в него надо запихать... А, в него надо не просто запихать, я вспомнил. Да, значит, у нас есть синяя хрень. Где она тут? Вот она, синяя хрень. Холодовник. Вот этот вот. Холодильник. Чтобы его... Так, давай, может, где-то как-то... Как-то, может, где-то тут сделать... Вот. Нам, получается, нужна вот эта ерундень. Да? А в него вот этот вот холодовник. А из него этот холодовник... Кстати, знаешь, что можно сделать? О, это хорошая мысль. И... Блин, не получится. Ну ладно.
Вот, я думал, что здесь будет эти две конвейерные дырки, чтобы я мог не подходит слишком близко. Ох, господи. Так, ладно. Давай тогда так. И только не... Наверное, из него будут семена вываливаться вот эти, да? Вот это мы пихаем. Да, из него будут вот вываливаться еще вот эти семена. Почки. Вот. Экстракт у нас где-то делается, да, наверное? Где он делается? Понятно, экстракт у нас делается из почек и геля холодовника. А гель у нас где делается? А, господи. А, вымолачивается из почек нейтрализованных или геля. Я понял. То есть нам нужен второй вот этот вот поставить, который, собственно... будет рядом стоять или не рядом. Давай мы его, может, тут поставим. Вот. А, соответственно, здесь у нас будет стоять вот этот почки, он будет хреначить нам туда. Вот, а из почек будет зеленуха вылезать. И вот это вот экстракт. А этот холодоагент у нас делается в целом довольно просто. Так, взрывчаточка, пожалуйста. Волокно, блин, тебе нужно. Ну ты серьезно? Ну какое нахрен волокно? Ты еще о чем? Я его в руках не могу сделать. А-а-а! Так. Сейчас мы это заберем. А, да, тогда нужно будет с этой зеленухой разбираться с помощью этих брикетов, но прикол-то заключается в том, что здесь нет возможности избавиться окончательно с каким-то ресурсом. То есть его можно только сжигать, наверное, но опять же, бесполезная хрень.
О, 4 взрывчатки есть. Замечательно. И еще 3 взрывчатки. Все, пошли. Заберем нашего красавчика. Он охренеет от своего внешнего вида. Мы тоже все охренеем. И спать. Так, сюда. Уже запамятовал, куда идти, блин. С этими вашими гулянками. Так, хорошо. Можно еще делать. Куда поставим? Давай сюда. Блин, не туда поставил, ладно. Я немного даже возбудился. Там какая-то пропасть. Пропускная. Escape pod access denied. Awaiting critical emergency. Так. Пояс с инструментами. О, господи, кулинг система и Купер, вот это вот. Было бы очень просто, если бы. This store has another self-repair requirement, but we're in no position to argue. This is an emergency. If you haven't started making those yet, get going. Спаркс, вот, вот, ну, нет бы вот поддержать как-то, а вот это быстро, а вот это, не знаю, там ножки помассировать. Я, между прочим, устал туда-сюда бегать. Так, хорошо, я хотел сделать биокирпичи. Вот. Тогда нам уже не нужно, нам нужны биокирпичи, потому что у нас из этой синей херни вываливается зелень вот эта. Поэтому мы сейчас будем делать биокирпичи. Так, что еще я хотел сделать? Я хотел скорость бура, наверное, увеличить. А скорость плавки, наверное, тоже нужно увеличить. В логистике есть что интересное, но кроме вот... Продление работы уже не надо. Аккумуляторы можно. Вот тоже, да, про это. Автоматический шаг подачи питания. Че? Досягаемость. Вот это, наверное, все досягаемость имеется в виду. Здесь объемы. Здесь, наверное, второй тир гидротурбин. Чертеж обмолота. Позволяет совершать обмолота какой-то там этой руды. Так, хорошо. Нам, по идее, надо бы плавить, да, эту руду. Вот эту вот. Но ерунда заключается в том, что у нас, по-моему, в обычной этой...
плавки оно не будет работать. Его нужно через что-то другое плавить. Блин, процессорный модуль. 900 штук. Ну вы охренели, что ли? А, тут, подожди, просто руда нужна? О, слава богу. Я уж думал, его плавить придется. Но это тогда не проблема. Да. Что ж, я думаю, мы в следующий раз уже это дело продолжим, потому что что-то как-то все очень долго. Ничего полезного не узнали, кроме того, что нашли X-Ray и две интересных Локи. И там, где X-Ray, еще есть Лока интересная, которую, наверное, надо бы посмотреть. Но мы ее посмотрим только после того, как у нас появится военный. О, еще 56 этих. Давай поставим пока. Вот. Значит, я что думаю? Что я думаю? Редко, конечно, но думаю. Думаю, производство меди, железа и всего вот этого перетащить на вот эту вот центральную локацию, потому что мы все-таки чаще всего именно на ней бегаем. Вот, здесь что-нибудь построить, и, в общем-то, все будет по красоте. Тем более тут, в общем-то, красиво. Вот. А на стартовой локации возможно оставить производство всяких топливных брикетов и тому подобного. Вот. Чтобы это дело не таскать с собой. Хотя не знаю. В общем, я подумаю, как это лучше сделать. Вот, и делать мы это будем вместе на следующем ролике. Вот как-то так. Не забывайте подписываться на канал, заходите в Discord, Zen и Телегу. Всем удачи и пока.